Первое началось. Ночью взяли 7 человек. Придумали какие-то заложники. Какие заложники? Вот эта фотография. Мы это посмотрим дальний. Потом. Мышль, Сосницкий и Бабл. У них был большой дом. Их дети ихние в Каменке не жили. Они учились, уехали в Днепропетровск, и там они, а эти старики были в колхозе, а детей их не было. Их двоих взяли, потом взяли Хаим Шифрин и жену его. У них на квартире жил вот этот немец, пастух. У них был большой дом, там во дворе был флигель, и он их занял, их дом, 4. Лея была, как я, Оселечков. Лея Оселечков, она была такая активистка в колхозе. Ее кличка была Лея де Ланге. Их ночью взяли и расстреляли. За излучство там, вот в это танковый ров был, туда.